За 4 года существования в премии губернатора «Наше Подмосковье» успели принять участие более 80 тысяч человек. Около 8 тысяч стали ее лауреатами. Конкурс набирает все большую популярность. Участвовать в нем несложно. Достаточно иметь интересный проект, который приносит реальную пользу жителям региона. Однако в этом году отлаженный порядок подачи заявок значительно изменился. В связи с чем у людей возникают вопросы. Мы приезжаем, чтобы пообщаться с жителями, ответить на все их вопросы, которые у них возникают в процессе подачи заявок, либо в процессе регистрации, либо модерации, на которые не всегда может муниципальное образование отметить. Мы видим, с какими проблемами они сталкиваются, помогаем их решать, чтобы эта связь не шла через 10 человек. Они пришли, рассказали нам, мы эту проблему зафиксировали и сразу же исправили эту проблему, и ее больше не возникает. По задумке, нововведения должны лучшим образом отразиться на дальнейшей реализации проектов лауреатов премии. Увеличилось число номинаций, теперь их 6. И что самое главное, проекты разделились по категориям, в зависимости от числа заявителей. Если раньше проект подавал один человек, он же в случае присуждения премии получал деньги, то теперь регистрируется вся инициативная группа и средства разделяются между ними. Также с этого года защита проектов стала обязательным этапом участия. Защита проекта. Она должна проходить в более жестком варианте, когда люди должны по правде приходить защищать свои проекты. Плюс дополнительная перестраховка в регистрации и все остальное уберет лишние проекты, которые просто делаются либо для чего-то, либо просто так, вот знаете, как, хочу попробовать, но без должного внимания. Изменения в премии принесут новые возможности и новые потенциалы в работе этой премии. Особенно встреча пошла на пользу тем, кто участвовать в премии решил впервые. Как, например, Любовь Сафронова, жительница городка Петровская. Вместе с соседями она занимается благоустройством своего дома. Мы решили провести, сами не дожидаясь больших перемен, провести у себя в доме ремонт. Вот, мы сделали ремонт в подъезде своими силами, полностью своими силами. Но это все, конечно, все мы обсуждали. Вот. Мы облагородили и обустроили территорию вокруг дома. Все фото, которые мы представили на сайте, они очень интересные и хороши. Вот. И сейчас к нам в подъезд ходят наши соседи, смотрят, делимся опытом. Подать заявку на участие в премии губернатора «Наше Подмосковье» можно до 24 июня. Для этого нужно быть совершеннолетним, иметь постоянную или временную регистрацию на территории Московской области и реализовывать социально значимый проект. Юлия Погосян, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.